Так, всем привет! Сегодня запишем такой небольшой, как это называется? Эй, кума вас вагасту пенел дузакснец. Вон у него какая хрень есть дома, он мне даже это не мог сказать. Подставочка такая, я взял бы специальную штуку. Да с дыни ему. Шатки? Я. Ну с мёх, айнс фуэн. О, ребята, видите? Посещайте чаще друзей, и вам будут вот такие подарки делать. Подставочка у меня теперь новая будет. Ну, короче, не к этому дело сегодня. Сегодня мы будем что делать? Сегодня мы будем летать на дроны. И для этого... Эй, мусту ди актуализе? Я в Махмах? Я вам ее быстро покажу. Короче, Махмах Хуцов. Я хочу себе, может, тоже купить один дрон, но хочу, конечно, с первого попробовать. Какой? И вот у него есть один, я хочу полетать чуть-чуть с ним, вы можете себе такой же купить. Вот он ставит. DJI Mavic. Mavic. Pro. Pro, ja, es gibt nur die Pro. Oh ja, dann gibt es ja diese Platinum, aber das ist gleich. Basis ist das gleich. Ну, вот так это выглядит, друзья. Сейчас у меня там кое-что надо ему с ним сделать. Вот она, как выглядит. Во сколько это зинг? Мой фюрер, да, 1-2. Новая стоила 1300, но сейчас цены на них упали. Сейчас я видал даже, сейчас обзор, что он весь 500, 600. Можно, как сказать, бушный, как называется, не знаю. Фагесы мачма вята, забываю слова. Короче, она пользованная, короче, не новая, во. И это, как его... 500-600 евро можно себе уже купить. Так, все, ребята, вышли на улицу. Как раз сейчас будет классная картинка. Вон, солнце заходит потихоньку. Сейчас мы его поставим быстро. И это. Ну, и я полетаю чуть-чуть. Ну, попробую там все дела. Он мне покажет, расскажет, как что идет. Так, ребята, ну что, полетели? Байден на хунт, не? Индимитэ, штейк на хунт, индимитэ. Das war's, loslassen und jetzt den linken hoch. Hoch. Linken hoch. Wo war резко она взлетает, быстро. Wie viel Kilometer? 60 kann sie ballern, 50. Nein, im Sportmodus, ja. Im Sportmodus schafft sie. Aber so jetzt normal fliegt sie 30 ungefähr. Короче, она 30 км где-то летит. Если вы переключаетесь в спортивный режим, тогда она может и 60 километров в час лететь. Вот видите, показывает, что, ну, приблизилась она. Кто-то к ней приближается, она пикает. Будьте осторожны, типа. Все ясно. Поехали. Да, он steht halt immer die Entfernung, ne, siehst du? 20, 21, 35. 30 метров. Ganz bis locker 100 Meter kannst du gehen. 40, 50. Und oben hast du halt eine Verbindung, Fernbedienung und Drohne, ja? Da wo HD steht, siehst du? 80 чем-то. Also weiter kannst du 150. Ja? 90, 100, 120, 130, 150, ребята, 155 метров. Я ее вообще не вижу. А дох дизит нам бесит. Ее даже видно чуть-чуть. Да-да, вниз она очень медленно идет из-за ветра, говорит. Вон, 120 метров. Видите, вверх она более быстрее идет. Видите, ребята, направили этот красный этот на нас. Вот мы тут стоим, вот она. И сейчас просто, чтобы она назад вернулась до нас. Вниз делаем, картинку делаем, и она летит. А вон, а мы. Да-да-да. А вон дистанция, да. Меньше становится, и вон, а мы стоим. Я вижу уже нас. Классная штука. Блин, интересно даже летать. Я думаю, я себе тоже такую куплю. Fast. Вот, ребята, видали, полетали. Ну, потом картинку вставлю. Тут более нечего смотреть, мы в поле где-то. Но если вы едете там в какую-то, блин, не знаю, там в горы, куда мы сейчас поедем через два дня, там будет интересно. И, ну, интересная картинка.
И он мне ее даст с собой, я ее возьму с собой, поснимаю еще там. Ну и потом, наверное, сам себе куплю такую. Так что, ребятушки, вот такие вот дела. Всем пока, до свидания.